Ребятушки, всем привет. На дворе сегодня пятница. Я сейчас иду делать справку для забега. В воскресенье я бегу полумарафон 21 километр. Я хотел подскинуть вес, сейчас посмотрим, получилось или нет на весах. Я думаю, что нет. Сладкого я много ел. Так я с ума не отказался от этого. И завтра едем забирать, получается, в субботу пакет участника. Для этого нужна справка из медучреждения, что я здоров и мой организм вытащить такую дистанцию. Вот. Сейчас получаю справку и показываю дальше забег. Справки тоже такая штука интересная. Их делают только определенное медучреждение, которое имеет лицензию. Справка стоит 1500. Ту справочку я сделал. Это на юбилейный 24 в медсовете. Так, ну что, гоним дальше. Сейчас я покажу, как мы будем забирать пакет участника. Да, кстати, чуть не забыл. Внесу немного ясности. Вот эта справка стоит 1500 рублей. Там делают ЭКГ с нагрузкой, там без нагрузки. Как бы проверяют его организм, готов он или нет. Вот. Ну, причем я им все равно говорил, что я уже бегал. Они взвешивают, там смотрят, сколько ты весишь. И сейчас же я буду бежать полумарафон, а в справке мне написано уже 42 километра. То есть я эту справку делаю на два забега. Получается, что по 750 рублей как бы на один забег. Просто делаю скан и приношу вместе с оригиналом. Они у меня забирают копию этой справки на полумарафоне. И оригинал я уже отдаю на марафоне. Меня снимай, Лев. Ой. Да. Ну что, мы едем, короче, в Африке. Маленький чук-чук. Маленький чук-чук. Ты в шоке? Смотри в окошечко. О, чух-чух-чух-чух-чух. Так, ну что, мы на станции Лужники. Сейчас будем забирать пакет участника. Подождем еще одного типчика, который с нами будет бежать эту дистанцию. Это мой земелец в Владимирской области. Зададим пару вопросов еще ему в процессе. И покажу саму локацию, где забирают пакет участника. Так, на входе уже начинается халява, раздают чипсы. Вас, говорит, трое. Знаете, вам три пачки. Так, значит, вот там где-то вот, палатка, где выдают пакеты участников. Ну и пока прогуляемся здесь по территории, посмотрим, какие рекламные акции здесь идут. Сколько готовились? 20 дней. Ну, давайте 30 можно поставить. 30. И сколько километров вы пробежали за это время? Ну, допустим, ну, сколько? 80. Ну, на скидку 80. Хорошо, Руслан, вставайте, я вам скажу. Да, прям к стеночке, где сделают крестик.
Отлично. В общем, смотрим на камеру. Сейчас будет приветствие. Более статично, можно помахать. Дальше камера пойдет на вас и показывает движение, как вы подготавливались к марафону. И потом показываете ручкой свой маршрут, который оранжевый. Да, ну типа того, как погода. Только все время в камеру. Да, и смотрим постоянно в камеру. Да, 3, 2, 1, поехали. Смотрим, приветствие. Можно помахать. Теперь у нас пошла разминка. Вот, молодцы. И показываем ваш маршрут. Лев, давай смотри, где маршрут показываем. Вот так, побежали. Молодцы. Смотрим в камеру. Все, классно. Готово. Сейчас мы вам отправим. Все, приедем, да? Ой, почему? Подожди, почему вы, Ольга? Нет, нет. Ольга. Почему? А, это была первая. Самую вторую сделать. Может быть, чуть увереннее сами. Так, сейчас. Лев, не ломай, ты что? Лев, все, нельзя так делать. Маршрут какой, да, у нас? Лев, покажи маршрут. Покажи. Нет, нет, нет. Все, Лев, все, смотрим в кадру. 3, 2, 1. Ништяк. Так, вот она та дистанция, которую мы будем бежать, 21.1 вдоль набережных и в обраточку. Вот там где-то начинается очередь, и она вот идет до самого входа. Это все на получение пакета участия. Организаторы боятся из-за того, что, наверное, получат штраф и пытаются соблюдать какие-то определенные нормы. Запускают понемногу народу. Очередь дикая собралась уже. Так, ну что, мы прорвались внутрь. Правда. Масочный режим, конечно, это что-то новое вообще. Пакеты участников забрали. Сейчас покажем, что внутри. И бежать будет 15 тысяч человек. Именно 21 километр. Так, что у нас есть в пакете участников? Посмотрим сейчас. Вазелин. Так, батончик. Маску дают одну. Рекламка. Реклама много. Еще один батончик. И пакет участника. Вот. Кластер Е. Ну, как бы, я там указал время, что примерно 10. 2.10 примерно. Где-то, наверное, 2.20 пробегу. Ну, посмотрим. В общем, с кластером Е я стартую завтра. Вместе с Юрбасом. Сейчас с Юрбасом зададим пару вопросов еще. Знаешь, как я камеру очковал? Пизда. И знаешь, как мне, вот, мне, знаешь, как это я, тупо выглядело? Знаешь, я не люблю вообще вот эти все движухи, на самом деле. Я еще, знаешь, где-то снимал там первый видос. Я приехал один,
в одно место. Я себе там поставил камеру, и как раз-таки это была мега, и был конец смены, и все люди начали выходить. Я стою там, один что-то рассказываю, я себя так неудобно чувствовал. Что, мы, короче, прошлись с Юрбасом здесь, забрали пакеты участников, прогулялись там, посмотрели разные локации, чуть-чуть поугарали. Человек, с которым я буду бежать, кто-то, может быть, его знает с моих земель, да, кто-то не знает, сам он о себе расскажет пару слов. Все, давайте знакомиться. Привет всем. Расскажу немножко, как я готовился к забегу. Вот, я готовился, ну, перед пандемией началось все. Бросил курить, пить, начал бегать по провинции на стадиончике. Начинал я с маленьких расстояний, 1,5 километра, 2. С каждым разом начал прибавлять больше и больше. Вот, в итоге уже и десяточку начал бегать, и 15-ку. И тут Руслан предложил пробежаться 21 километр, полумарафон. Вот, я сразу же согласился. Но скажу одно, что я не бегал до его приглашения полумарафон. То есть я согласился, не зная о том, что смогу ли я пробежать или нет. Но, соответственно, я уже и зарегистрировался на беговом сообществе. Вот, и после этого я решил пробежать. Пробежал я до завтрашнего забега, я пробежал 2 раза полумарафон. Результаты положительные, в принципе, неплохие. Вот, завтра хочу свой личный рекорд улучшить. Надеюсь, у меня все это получится. Вот, завтра расскажу, как прошел забег, какие ощущения. И все, всем удачи! Так, вообще всем доброе утро. Всех приветствую. Со 2 августа наступил день забега. Сейчас, короче говоря, погода не ахти, но может быть разгонится. Сейчас возьмем тачку, летим до метро и помчим далее. Бэха. Вот она, козочка наша. Яндекс.Драйв уже все оборвано. Так, перейти к осмотру. Смотрим. Пам-пам-пам. Косячки есть. Так, салончик какой-то такой элькантарный. И сиденья. Ну все, помчали. Тачку надо очень хорошо принимать, потому что вот здесь вообще скол стекла. Я тоже отфоткал. Как в рапидике прям, да? Хоп-хоп-хоп-хоп. Сейчас чуть-чуть настроим. Так, что здесь? Как она заводится-то? Нормально. Машину взял, а как заводится, хрен знает, да? Блин, где кнопка завода машины? 2 hours later. Старт-стоп. Вот она, нашлось. Ага, есть такое. Так. А, вот, для выбора передачи нажмите Uncloud и назад. Есть такое. А, кстати, он дизелёчек. Дизелёчек, я послушаю. Салончик, посмотрите, да? Черная крыша, вообще огонь. Подсветка вот здесь, вот, да? В этих... в ручках. Ну, тачка очень приятная, честно.
Здрасте. Доброе утро. А можно, пожалуйста, Big Breakfast Roll, ну вот этот макзавтрак? Breakfast Roll, завтрак взял, да? Да, 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 да. Картошечка, оладушек? Оладушек и капучино. Доброе. Так, сейчас. Это типа М-ка. Вот оно что, почему такая комплектация прикольная. Ну, хороша машина, честно, хороша. С Юрбасом мы встретились. Всех привет. Да, доброе утро. Смотрите, бля, у Юрбаса сумка какая профессиональная. Я вон гоняю с какой-то шнягой и прилепляю номера просто на булавке. Он, мужик подготовился сразу по полной. Сколько народу вообще, народище сколько. Старт уже произошел на самом деле, а мы еще вон возле туалетов. Как обычно это и бывает, да? Прям перед забегом прибивает, и все, мы залипли. Вот сейчас побежим к нашему кластеру стартовать. Так, ну все, мы погнали. Юрбас, как настрой у тебя? Вообще огонь, сейчас дадим же жару. Ну, пока вы убегаете, уже дистанция там вовсю рвет и мечет, и нас остатить. Ну, очень сильные девчата у нас сегодня бегут. Женщины сегодня просто потрясающие в этой дистанции. Ну, во время удачи, успеха! Фруктики, шире шаг. Это, кстати, нравится работа. Юрбас ответственный человек. Даже во время забега берет трубки. А вот Юрбас бежит. Че, все даже незрячие бегают. Здравствуйте! Спасибо! Недавно масочка по туалету. Вообще прям огонь. Брата, шифруйте, шифруйте. Это красава вообще. Нормально. Давай поговорим как раз часа полтора, да? Конечно. Сами пейсеры, какое у них время на флагах? Час 29, час 30 они бегут. Давайте, давайте, давайте!
Слава ДВ! Так, скоро десяточка уже. На подходе. Ербас, ты как? Подходит вообще. Пустяк. Половинка. Есть. Вау! Спасибо! Спасибо! Погнал вперед. 105 килограмм я сюда даю себе знать. Ну ничего, прям. Спасибо! Спасибо! За ВДВ! На этом забеге не дают фрукты, дают только воду и энергетические гели сисовские. Где Санты? Спасибо. Спасибо, бро. За 19 километров я, честно, заебался, честно, бля, но тут зайки поддерживают. Я танкист, ребят, за ВДВ. Спасибо, брат, спасибо. Как ноги? Забились? Забились, честно скажу. Забились, но у меня 105 килограмм вес. И пру, короче. Пока я бежал, все, кто поддерживали, у меня показывал на часах. Большое всем спасибо. Спасибо. Я на дистанции, да. Спасибо, бро. Спасибо, бро, спасибо. Спасибо. Давай, давай, созвонимся. Давай, давай. Да, брат. Здорово, Гош. Да. Спасибо. Спасибо, бро. Давай. Слава ДВ, бро, давай. Ничего, все хорошо. Спасибо. Yes. Вот она, вот она.
Поздравляю тебя тоже. Красавец. Бля, не ложился. Да и ладно. Так, значит, на финише дают фрукты еще. Бананы и мандарины. Еще можно побухать пивка халявного. Вот Ербас уже зацепил. Фляры сейчас. Сейчас я тоже возьму. Ну, Левочка, чтобы ты понимал. Спасибо. Мы с Юрбасом после дистанции восстанавливаемся. Пару слов от меня тогда. Это, значит, моя вторая половинка, 21,1 километр. Первый раз я бежал с весом 95 и пробежал за 2,07. Сейчас я пробежал за 2,25. Вот, вес у меня 105 килограмм. Я доволен собой, то есть у меня не было прям цели какой-то там успеть вперед всех, там, да, как-то прибежать там раньше. Ну, конечно, хочется всегда быстрее, да, но вопрос сил и сердечка, насколько оно выдержит. А вот через месяц у меня будет марафон, поэтому надо будет, конечно, скидывать и подготавливать вес уже к тому забегу. Короче говоря, ништяк. Сейчас пару слов, может, Юрбас еще скажет. Ну что хочу сказать, забег прошел удачно. Чувствую себя огонь. Ну, результат хотел получше. Ну, какой есть. Будем стремиться еще быстрее бежать, улучшать результат. Вот. А так вообще все шикарно. Будем теперь готовиться к марафону. Либо побегу с Русом в следующем месяце, либо на какое-нибудь другое мероприятие буду подписываться и побегу на другое мероприятие. Пока еще не решил, надо сейчас восстановиться, чуть колено подлечить. Колено у меня проблемы уже давно. Кстати, хочу добавить, что бежал первые 5 километров, у меня были боли в колене. Ну, потом все это прошло. Наверное, разработал во время бега. Все стало отбой. Ну, ребят, всем советую заниматься спортом. Поддерживайте форму спортивную. Если желающие есть, не стесняйтесь, пишите. По провинции будем бегать. Я не кусаюсь, так что пишите. Я только за побегать, кого-то поддержать, кого-то замотивировать в беге. Дистанции разные, от километра и вплоть до 30 можно бегать, без проблем. Пишите, не стесняйтесь. Короче говоря, хочу добавить, что Ербас красава, он еще пробежал быстрее меня, то есть он до этого не участвовал, да, в забегах, и ну, только недавно начал готовиться, получается, и пробежал хорошо дистанцию. Короче, красава, респектую. В общем, спасибо всем, кто потратил свое время на данное видео, и надеюсь, оно кому-то поможет в теме мотивации или подготовки. Опять же, если кому-то интересно, можете писать видику, инстаграм будет в описании. И какие-то вопросы ему задавать, как он готовился, или какие-то еще другие вопросы по беге.